Он должен быть где-то здесь. Да, если этот гул дал нам верные указания. И если этот парень не утонул. Черт там притонул. Нет, ты можешь в это поверить, а? Отставить себе. Там! Вон там! Контакт! Это я, Чайно. Помнишь меня? Что с тобой случилось? Отличный костюмчик. На 5-й авеню брал. Почему без меня? Давай. Нам нужно найти более безопасное место. Мы здесь сдохнем. Это точно. Поддержать группу Дельта. Добраться до точки сбора. Доступны тактические возможности. Yes.
Так, отходим и перезаряжаемся. Мы закрепимся здесь и будем ждать подкрепления. Старомодно, но береги. Thank you.
отключена. Группа Дельта, это Циклоп-7. Подхожу к площадке. Переброшу вас на вокзал. Постарайтесь быстро и без проблем, ладно? Вас понял, Циклоп-7. Ориентируйся на дым. Ну вот и все. Теперь отходим на площадку. Марш, марш! Десантные боты! Вышли из-под моего контроля. Костюм сейчас взаимодействует со спорами, интегрирует их с нанотканью, пытаясь построить мостик между нашей технологией и технологией ЦЕФ. Но нам нужно больше времени. Иди со своими морпехами, сделай то, что должен сделать. Я не бросаю тебя, Алькатрас. Но теперь, если мы хотим победить, нам придется драться с невиданным упорством. Пехота! На дороге!
Тоже меня. Я использовал твой костюм как ретранслятор. Это что за хрень? Меня зовут Джейкоб Харгрив. Возможно, вы в курсе, что костюм Алькатраса в данный момент мутирует в биологическое оружие, способное спасти нас от пришельцев. Но для завершения процесса нужен агент-стабилизатор. К счастью, ранний прототип данного биопротокола до сих пор находится в моем офисе. Алькатрас, ты должен добраться до здания корпорации Харгрив Раш. Я передам тебе данные. Возьми с собой своих коллег, помощь тебе понадобится. И постарайтесь побыстрее. Цефы ждать не будут. Здание Харгрив Раш. Вот только главный вход завален наглухо, а все остальные блокированы системой охраны. Частично разблокирован только подземный гараж. Через него тебе и придется прорываться наверх. Образцы биопротоколов хранятся в научном секторе на 18 этаже. Лифты и лестницы сейчас перекрыты, но ты можешь перезагрузить систему с поста охраны в холле. Постарайся поторопиться.